Ребятки, всем доброго денечка. Не буду пока подробно показывать все машины, увидите в видосе, вот 4Runner. У нас сегодня совместный выезд с туристами, так называемый, у нас есть клуб, чат, сообщество, не знаю. В общем, собрали всех вместе, едем по нашему легендарному любимому маршруту на Фанагорийскую пещеру и дальше. Вот это очень, кстати, сегодня будет страдать. УАЗы. Новый член команды СКРД Миша. Скоро поедем тоже в боевые маршруты. Тойотки, парни. Доброе утро всем. Доброе. Горячая ключевская банда. Вот они, алкаши. Они не за рулем. Но мы тут. Так, тоже. Спорт УАЗ. Каратыш. Не турбовый, это не резван. Так, вот такой крокодил на 31-х колесиках. Кстати, посмотреть, как он едет, очень интересно сегодня будет. Лебедочка. Не самая мощная, но имеется. У вас по спекам машин вообще не знаю, где что. Ну, 36-е белки. Таблетка. И тестовый выезд также у Адамаса на патруле. 42-е колеса. Красота. Ребята, в общем, как понимаете, что всех, наверное, не получится снять. Видео будет длинное. Но что-то будет по-любому интересное. Поэтому предлагаю сразу закинуть лайкосик, потому что сейчас будет очень важная информация. Впервые, тестовый раз. Может быть, какие-то огрехи, но так далее. А, давайте проведем конкурс. У нас есть в наличии динамка от компании Т+. 10-тонная, 9 метров. В общем, пишите комментарии под видео в YouTube. И с помощью рандомайзера мы ими и выберем комментарий. Желательно, конечно, позитивные. Негативные, там, которые будут с оскорблениями или которые там на межнациональной розни, мы, естественно, учитывать не будем, потому что, ну, зачем оно нам надо, правильно? Поэтому комментарий через... Давайте где-то во второй половине декабря, перед Новым годом, выберем в прямом эфире в нашем инстаграме, который внизу под этим видео есть. И выберем победителя, отправим в любой регион без проблем. Вот. А давайте два. А за второе место мы отправим карозащитку. Тоже от компании Т+, 9-тонную. В общем, всегда полезные вещи. Ребятки, погнали в лес! Третий брод, много объездов. Сашка вообще как-то проехал, непонятно. О, патриотик нормально поехал. Маврик. Так, Нивка ползет потихонечку. Ничего пока сложного. Вот здесь я на одно колесо Ерша ставил. А, там какой-то лайтовый заезд сделали. Раньше мы по речке вот туда заезжали, там на трех колесах нужно подниматься. Так, ну пока все едут, тут ничего страшного. По-моему, на заднем приводе, могу ошибаться, но передок не работал. 4Runner.
красивый. Я так понимаю, это Тайсон. Большие колеса, по-моему, 500-35 Нартеки. Тойота не поместилась, УАЗик не заехал. О, это интересно. По-моему, Toyota на... Ой, Toyota, Мишаня. Ну, тут две пневмоблокировки, 32-е Нартеки. Проблем не будет. Без проблем. УАЗ пока не поднялся. Ему надо влево. Пробка. Молодец, на заске поднял. Мы там выезжали на жопу, я и думаю, нихуя. Тут раньше жестче было, мы тут раньше на трех колесах поднимались. Сейчас без проблем. У Адамаса своя траектория, интересная. Не, упадешь. Падай. Лебедка же есть? Ну, он залебедится, да и все. Так, вот вам и бегемот большой. Сюда не хочет, потому что бочину можно погнуть. Лебедочка всему голова. Оп! А что? Потихоньку. Вот так. Нормально, нормально, плавно, не бойся. Колеса желательно. Ровно делай, ровно. Длинная база имеет свои плюсы, но имеет и минусы. Да смотри, вообще. Ну, по-братски.
Хорошо. Давайте. А вот есть и минусы длинной базы. Нормальная высота. А? Да я знаю, пацаны говорили. Не, не хватает ему. Чуть-чуть не хватает. Сцепление, парень, сцепление не надо, горит уже. Интересное место. Ну вот, ступеньку Нива проезжала, УАЗик пошел по другой траектории, ну и достает бревно, эвакуирует. А хайджека нету? А? Хайджеком? Нет. Пока тянет. Равняет дорогу. Хорошее место, пока все подзависли. О! Маверик решил сюда ехать, ему тут уже почистили дорогу. Что-то... Что-то тоже клацает. Передок. Что-то с передком. Передок. А все, он порвался. Это редуктор. Он не крутит передок. Он порвался. Нет, это редуктор. А еще нет, у него он постоянно крутит. Ну смотри. Ну значит это блокировка, смотри. А, все, порвался. Все, порвался. Тем, передка нет. Так, проверочки. И это один из самых лайтовых маршрутов. Но чем больше машин... Хорош, сам, да. Еще газ. Так, везде экшен. Гони лебедка, лебедка. Колё... Газуй. Лебедка на Ниве, чтобы вы понимали, с квадроцикла 4,5 тысячи. Оп. Но вы тогда уже на сухую выбираетесь. Вон, фаворита покажи.
Ну, пока не УАЗики стоят. Не, ну УАЗики бы проехали, им мешают. Подожди, сейчас дорога освободится. Да, не, мы сейчас раскопаем здесь. Просто Нивово топит за Ниву, говорит, УАЗики вон где-то там стоят. УАЗик четкая машина, но под правильным управлением. И подготовкой, наверное. Подготовка, да. И прокладка между рулем и сиденьем. Я же говорю, подготовка. Ну, да. Потому что, что УАЗик, что Нива, они рвутся одинаково. По факту, как бы, ну, с дуру можно хрен сломать. Да. Ну вот, молодцы пацанчики. Там скоро еще одно интересное место, так что все еще будет. Ну и что ты стоишь? А Ниву сейчас поеду. Так, едет Вова. Нива стандартная, на днях поставил только 31-й Нартек и чуть лифтанул. Ни блокировок, ни занижения, просто стандартная Нива. Да он заедет, что вы в ней сомневаетесь? Полуоси с собой, все дела. Ну все, цепляйтесь, что? Вот смотри, сколько у тебя зрителей. Саня, помогай. Все по стандарту, Сереженька. Помаши зрителям, привет, а тебя редко видят. Снимаем, короче, кардан задней полуоси. И едем. Мы поедем сейчас на красной девяточке дальше. Хорошая лужа, хорошая. Я скажу бы, что Нива тут немножко бы порубилась, но мы этого не узнаем, пока не починим. Не вернемся сюда. У вас на блокировках, слышу, подключаем их. Всех спеков машин не знаю. Первый вообще, ну несколько вообще первый раз вижу. Ни одно дерево не пострадало. Патриота убрали с бревна. Тойота сейчас на разворот по не по техническим причинам, нужно просто уехать. Так, крузак на белках, по-моему, да, это белки называются. Самый необычный звук в лесу. Работающая болгарка. Это прям... Я понимаю, что сейчас все аккумуляторное, но... Это прям уровень. Назад давай, давай назад. Еще назад, еще. Стой.
Стой! Нет, нет, стой, стой! Стой! Ах, бля! Вот! Еще назад, еще! Еще назад! Вот, теперь право давай! Почти! Не-не, что? Затроило. Да, увеличилась лужа. Нормально, там выхода не было. Вот и все. Больше собирались. Нормально там все. Нормально, дверь чуть-чуть зацепил. Да, не. Не помял вроде. А, не, помял чуть-чуть. Спасибо за влияние. Это, можно сказать, инстаграмное место. Очень популярное. Здесь... Раньше проезжали исключительные машины на порталах, на военных. Сейчас поможем. А перед тобой никто тут не ехал сегодня. В общем, Toyota единственная машина, которая поехала в эту кукурузу. Но по опыту этого места, честно скажу, шансов у нее не было. Здесь очень большая колея, видите? Сложное место. Чуть-чуть притерли. Так, Toyota уезжает с этого препятствия, уезжает туда на объезд. Очень суровая яма, ну ее мало машин проезжали, очень мало. Сейчас будет пробовать патрол на 42-х, если он проедет хотя бы вот до сюда, я очень сильно удивлюсь. У нас очень прекрасная погода, прошли дожди, лес то, что надо, пластилин.
Я думал, он тут сейчас на все бабки раздаст. Он вообще не боится. Ну да, 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 я знаю. Моя ставка была та уже. Так. Чуть-чуть. Ну сколько у него высота? По-моему, около до 40. Какие 60? У него колесо 1.3 м, а там считай еще. Хорошо. Это прям уровень. Он еще не травился. Я ему говорил, там идет. Нет. Продвигается. Ну да. Толкает перед собой. Подвис. Чуть-чуть, последнее. Идет, 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 идет. Странно, никак. Ну на мостах. Просто на мосту. Зря туда далеко. Лезет, но пробить должен. Собирает все мостами. Лезет, 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 лезет. Что он творит? Люк, приоткрой. Перепахал все. Люк, приоткрой. Запотел? И все. Давай. Еще, не, еще раз. Резина очистилась, отлично. Все, давай. Да. Сейчас нефть пойдет. Просто килотонны грязи, ёп.
Ошалеть! Ну это читер. Ну, я удивлен. Я удивлен. Это читер. Ну смысл такую машину создавать? Надо. Не, в смысле, но вот для того, чтобы там ехать, где другие не едут. Блять, надо умыться. И чё, красная девяточка на передочке потихонечку ползет, крадется. Две машины оставили. Ходом надо было. Две машины оставили, это Маврик и стандартную Ниву на бамперах. Давай, лебедну. Видео специально для тех, кто рассказывает, что бездорожники, короче, вот эти всякие джиперы разбивают дороги. Дороги исчезают сами собой из-за природы. Стихии. Вот тут был раньше хороший мост. Да, да, вот, вот они. А, ну тебя. Ты-то это все объедешь. А, уже объехал. Вот. Во, видишь? Не, ну монстрила, конечно, это по грудь мне. На подвесочке, на своих мостах. Вот такой вот. Монстрила. Бегемот, чё? Огромный. Но не на всех маршрутах, конечно, он сможет проехать. Так. Ремонтные работы закончились. Дамба построена. Ребята, меня не было 20 минут. Сходил чайку попил. А ребята тут убрали вот это все. Тут была ступенька. Построили бревна и... Копали все-таки эти 2 тонны грунта, и теперь можно выезжать. Не, уже все, он для права не пойдет, он же не пойдет туда. Руль туда, что? Он же не пойдет. Полотина засасывает. Я про это и говорил, что надо было вот так ехать. Руль левой, потихоньку спускайся. Адам, Адам, оставь лебедку. А что с ним ничего не будет? Слишком мягкая почва. Да, по-моему, едет уже, не? О. УАЗик прошел. Тут небольшой триальчик. Туда, туда, левее. Правее, правее, левее. Тут камень. Яблоко там зацепится. Упрется яблоко. Сейчас я посмотрю. О, вот так вот. Да. Поехали. Оп, все четенько.
как у него. У него своя траектория. Немножечко. Решил прям развеситься. Сюда, сюда. Какие хода. А вот здесь можно я заеду, а? Ты думаешь? Все, все, назад. Тетенька, камушек помог, оп. Нет, лучше назад сдать. Не-не-не, назад пускай сдает. Тут камень, он как раз в него сейчас отлично упрется. Он говорит, еще назад? Не, уже можно, вот он хорошо. Там камень стоит, и ты как раз в него не упрется. Назад, назад, назад. Вот отсюда пускай. Не, вперед, вперед. Надо, чтобы он вон туда выскочил. Вот сейчас надо пи***бы дать. Давай, пошел, пошел, пошел! Вот это нормальный патрол! Так, у них своя траектория. Машину стаскивает на дерево, поэтому через блок тянем лебедкой, чтобы вытянуть заднюю часть. Да он прошел уже! Миллиметраж. Так, заднеприводная Нива. Слушай, туда бревно надо кинуть. Тут УАЗик. Буханку спускают. Ой, ее затягивают туда. Там прям очень жидкий грунт, сыпучий, во, правильное слово. Ой, все, на газу. Как будто стопроцентная блока спереди. Или заварка. Да отлично, он едет назад. Была, мы ее понял, раскапывали вот так, чтобы воду спустить. Там посередине окон было видно. Просто будет сегодня.
тебя и такой, блядь. Да, блядь. Да, блядь. Я говорю, вы не заоцениваете. Здесь нормально проходимых высоких лесов. Она раньше глубокая была, сейчас меньше намного. Я знаю, я когда последний раз катался, ты что-то. Там было нормально. Они вот в другой момент интересны. Сюда там проехали, сюда поеду сюда. Ну, думаю, да. Вот это камень у нас так вот для них. Ты имеешь в виду яму, ну, которую копали. Которую копали, там везде все один. Если ты там сюда приедет, так не едет. Выйди из чата. Знаете, почему он так говорит? Потому что вот именно на этом месте у Красной Нивы это конечная. Одноклассники свою. Никогда не было. Два редуктора, два двоечных. Не, ну хорошо, что мы дома, грубо скажем, да, братан? Да, вот хорошо, что мы не на Зарифе. Они в Астрахани. Они в Астрахани. Сначала вышел задний редуктор из чата. Ну он прям, это прям есть моментик. Не, не было моментика, просто он вышел из чата. Нет, у меня есть моментик. Я понял, я говорю, просто он встал. Ну да. Немножко, один зуб. И передний редуктор, чтобы вы понимали, вот этой Ниве ровно два года, два, нет, в октябре было, сейчас декабрь, соответственно, это сколько плюс там? 2,2. 2,2. 2,2 года переднему редуктору. И только первый редуктор вышел из чата. Вот. А гранаты стоят? Все на месте, все цель. Ну, привода, напомним, что здесь 27 наружка, 24 внутрянка и усиленные палки, там, ну, короче, все от Нива Водса сделано. Да, и все целое, только вышел редуктор. Да. Че, с Ерша снимаем, да? Не, один есть у меня, один есть у Сереги. А, ну тогда еще в запас пока лежит. Да, еще два в запасе пока лежит. Все, нормально. Вот, но пацаны говорят, уже переходи на копеечную. Ну, а скажу, к чему это? Ты вообще потому слово что, здесь. А потому, ты тоже не умничай. А потому что не надо в воскресенье ехать в лес. Да. Ехать в лес, то в субботу, как минимум с утра. Да, да, да. Да, 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 потому что это слишком, ну, торопятся, все хотят накататься. В общем, ребята... Все уезжают, мы сейчас здесь покушаем. Сегодня, я напомню, от Т-плюс у нас два конкурса. Один у нас в комментариях. Вы пишите, мы рандомно после середины декабря выберем победителя на динамку. И на корозащиту два победителя будет. И среди участников сегодня мы также разыгрывали динамку, кто эпичнее всех проехал, на общем голосовании, когда парни примут решение, но я так понимаю, что это будет патрол, потому что патрол прорубился сегодня лучше всех, то мы ему подарим тоже динамочку. В общем, спасибо Т-плюс, спасибо этой компании. Я думаю, мы на этом заканчиваем видео. Еще будет ПС, как нас тащит УАЗик домой. Все. Макей, что надо сказать в конце видоса? Всем пока! У нас сегодня проходил конкурс, ну, из всех присутствующих машин, кто эффектнее всех, или там, кто новички, в общем... Я выиграл динамку! У тебя она уже прицеплена, тебя на ней сегодня тянуть будут. Ты до этого ее выиграл. Да. Парни, кто у нас с длинной Нивой? Вот, ребята. Вот, ребята. А, ты водитель. Короче, всеобщим голосованием, вы сегодня сказали, у вас там чуть ли не первый выезд. Вы на очень интересной лебедке, вот, и помогали пацанов, таскали, так что, пацаны, на будущее вам желаю. Штурман видно, красавчик. Все, отлично, пацаны, кайфуйте. Спасибо большое.
Нива Сила. На одном поломанном редукторе, но едет.